Здравствуйте. А мы поймать звезду, и вот у нас буквально вот несколько вопросов. И первый вопрос я прям сразу. Телезритель говорит, хочу стать пианистом-самоучкой. А вы, вот группа «Моральный кондекс», за самообразование? Пианистов-самоучек я вообще не знаю никого. Нет таких. Есть люди, которые могут что-то изобразить на фортепиано, так, ну, в легкой форме. А вот научиться играть по-настоящему надо идти в музыкальную школу учить ее. На гитаре все играют. Где работаешь, так говорил. На гитаре все играют. Пишет нам парень, что вот он играет на дудке, и как ему быть, его не воспринимают серьезно, вот хихикают все. Я считаю, что если ему это нравится, он должен плюнуть на тех, кто над ним насмехается или еще что-то. Они завидуют. Потому что они лентяи, они вообще ничем не занимаются. А он будет музыкантом, станет звездой. Пишет нам Яна, с восторгом изучаю свое генеалогическое древо. А вы свое изучали? Вот кто был князем в роду, кто купцом? У нас и сейчас князь есть. Вот у нас князь Николай Саш, Девяткельдеев, да, его прадед был прокурором, был Пензенской губернии. У меня брат вообще до 16 века раскопал родословно. Ну, в архивах копался, с местными общался, со стариками, которые знали нашу семью. Работать надо над этим. Работать? Ездить в те места, где жили предки, в местные управы ходить, смотреть архивы. Если бы вам сейчас было 15 лет, и вам бы каждому из вас предложили наукой заняться, а не музыкой, пошли бы вы в ученые физики? Кто? Я бы занимался математикой, бы с репетитором позанимался. Пошли бы в математике? В орнитологию пошел. О, неожиданно. Интересно, биология интересна. Развиваясь в творчестве, надо о настоящем думать или будущее предугадывать? Надо не думать вообще. Надо идти к учителям и делать неукоснительно все, что они вам задают на дом. Вот и все. А потом уже думы сами придут. На основе тех знаний, которые у вас появятся и думы.